Минувший год сотрудники регионального управления МЧС могут считать удачным. По статистике, которую подвели огнеборцы, количество пожаров сократилось на 11%. И вместо 1033 произошло 1015 возгораний. Погибших тоже стало меньше. Чаще всего по-прежнему горят жилые частные дома. Виновниками зачастую становятся их владельцы. Самая распространенная причина пожаров – халатное, неосторожное обращение с огнем. Именно поэтому практика сотрудников МЧС направлена на работу с населением. И сокращение печальной статистики спасатели видят в активной профилактике и пропаганде. Сотрудники главного управления проводят большую работу по профилактике пожаров в жилом секторе, на автотранспорте, на объектах экономического развития и многих других объектов на защиту.